Как показало время, состоявший матч 6 марта между чемпионом 2021 года Ираэро и Байкал плюс Мобил за 7 туров до окончания чемпионата оказался решающим для определения нового обладателя золотых медалей в Иркутской области по мини-футболу среди ветеранов 45+. Этот день стал одним из самых ярких событий в новом сезоне. Ну, они хорошие команды, еще особенно сейчас за них с Новосибирска. Парень приехал, мы с ним в Новосибирске играли, кстати. Да? Ну, я имею в виду против него. Ведь за прошлогоднего чемпиона играл игрок сборной России, заслуженный мастер спорта, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, пятикратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Малышев Сергей. Но сегодня, 11 июня, в день рождения Льва Сборосского, мы уделим время двум его игровым эпизодам, которые длились всего 30 секунд и стали решающими для Байкал плюс Мобил в 2022 году. Первый эпизод – это с Малышевым Сергеем, который вызвал высочайшее негодование игроков и тренера Ираэро из-за действия судьи. А второй эпизод в его исполнении принес счастливые улыбки на лица болельщиков и партнеров по команде после единственного победного гола. Давайте вспомним звездный час именинника Льва Сборосского. Осторожно! Конечно же, концентрация, надо играть до конца, да, там, нарушения, не нарушения, до конца доиграли бы, и все нормально. Ираэро еще будет за чемпионство бороться? Я надеюсь.